70 свертков с героином весом более 175 грамм обнаружили сотрудники госнаркоконтроля в самом центре города на улице Свободы. Смертельный товар изъяли у ранее судимого мужчины 76-го года рождения, жителя Калужской области. Следствием установлено, в Ярославль он приехал с целью продажи наркотика. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте. Сотрудниками полиции установлено, что в город Ярославль данный человек прибыл с целью распространения наркотического средства. В настоящее время по факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.